Мои подписчики пишут, что для запуска осетра в свой пруд требуется проточная вода. Фатальная ошибка. Требуется обычная прудовая вода с содержанием кислорода, как для карпа. Можно пруд не фильтровать, просто посадить небольшое количество рыбы. Например, 30 кг осетра на 100 метров кубических пруда. Если в пруду будет немного рыбы, то даже при отсутствии летом аэратора осетр будет жить. Зимой можно поставить насос на мелководье пруда для размыва полыни. Но если вы хотите улучшить условия, то поставьте аэратор за 15 тысяч рублей. Осетр будет расти лучше и не будет болеть. Необязательным, но положительным фактором будет частичная подмена воды. Доливайте 5% воды в неделю сверх испарения. Рыба скажет вам спасибо. Если вы поставите хорошую систему фильтрации, то вы сможете увеличить поголовье вашего осетрового стада в несколько раз и получить больше мяса с кубометра воды или просто наблюдать за рыбой в прозрачном пруду. Если было интересно, подписывайся. А с меня новый ролик.